Ну что, ребят, приехали мы на первый выезд. Опробую сейчас эту машинку свою новую. Камрадич сейчас заряжается. Запускается. Сейчас запущу прибор. И начнем наша цель там, за лесочком. Так, друзья, по настройкам все элементы у меня открыты. Маски все. Чувствительность. Эх, проскочил. Так, надо еще плюхнуть. Чувствительность добавим побольше. Будем походить пока на максималке. Стабильненько вроде все. Чуть-чуть убавлю. Нет, оставлю. Так, громкость. Добавим побольше. Громкость сигналов черных. Ну, пускай будет шестерочка. Частота. Мультифлекс поставим. Канал 5. Рядом Equinox. Ведет себя нормально. Наушники подключены. Собственно, все. Сейчас отключаем. О, чистенькое место. Ну, пошли. Ну что, друзья, спустя где-то штуки 3 сигналов выкопанных, кажется, мне что-то здесь монеточка попалась какая-то. О, советик. 2 копейки. 1952, что ли, или 62. Вот. Первая монетка. Стабильный сигнал. Да, а что у тебя показывал? Я уже не помню, 20. 20? Хороший. Стабильный, хороший сигнал. Да. Тюбик. Да. Был сигнальчик такой довольно непонятный. И по ходу дела это то ли от мелкашки пуля, то ли это от пневматики пуля, непонятно. Но с такими насечками скорее какая-то мелкашка. Чаек глушили, наверное. Такой ветрюган на поле, это вообще жесть просто. От комара там что-то говорит, я вообще ничего не слышу. Наушники. С капюшон пришлось здесь сверху. А то даже через наушники фигачит. Короче, что-то очень сильный ветер дует. Холодный, капец. Я уже подзамерз на самом деле. Камрад еще на поле, я с поля ушел. Пошел тут через стек, провалился. По самые, как говорится, не балуй. Капец вообще, блин. Чтобы дойти вот до этого местечка, я миновал 20 метров снега по пояс. Короче, сейчас похожу вот здесь вот, по этим местам. На холмике хочу подняться. И, наверное, все на сегодня. Что-то как-то. Там полная мусорка вообще. Поля пашутся, но мусорка просто капец. Сигнал на сигнале и очень много вот этих всей фольги, всякой ерунды. В принципе, пока ходим, привыкаю к прибору. Не всегда понимаю сигнал. Ну, какой-то он так то ли не совсем четкий бывает. Но, короче говоря, нужно прислушиваться. Хожу в наушниках, иначе бы я вообще ничего не нашел. Но с почином можно его поздравить. Одну монетку я уже сегодня поднял. Значит, может быть, что-нибудь еще и удастся здесь найти. Ладно, пока походим, смотрим. Погода, конечно. Солнышко хорошо, но, блин, ветрюган, вообще очень холодно. Короче, сигнальчик был. Вот здесь, вот в этой ямке. Я его замучился копать. И так, и сяк, и так, и сяк. Оказалось, смотрите, в корне гвоздь. Я понять не могу. Подкапываю. Ничего не могу найти. А вот где, оказывается, был.
Короче, надел перчатку на микрофон. Не знаю, поможет или нет от ветра. Короче, сигнал 60-61. Копнул здесь на холмике. Проволочка. Сигнал 20 там с копейками был. Я выкопал, думал сначала ключик, потом думал крестик. Ну короче, это какая-то шмурда, походу, дела. Походу дело какая-то шмурда. Да, точно. Входим в поле. Камрадище. Не захотел оставлять сигнал. Но мне показывает 80-79, да? 81-80-79. Тоненький такой сигнальчик, да. У тебя тоже тонкий, да? Сколько показывает? 25. Снег еще. Замерзший все. Ну ладно, боюсь, что выкопал. Сейчас посмотрим. А? Шляпа. Это тюбик. Сейчас будем копать онлайн. Что это такое? Что-то тяжеленькое. По форме похоже на колокольчик, но это не колокольчик. Хрень какая-то. Не знаю. Шмурдина, видимо, какая-то. Так, друзья. Сигнал был хороший. Выкупал я вот такую вот. Металлическую шайбу. Ну что, ребят, первый коп подошел к концу. Это был первый коп в этом сезоне. Мы пришли к машине, покопали находочки. Пусть крайне мало, но есть. В основном шмурдяк. Ну, в общем, вот в таком вот местечке мы покопали, совсем недалеко от города, буквально тут 1,5 километра, и уже новые дома стоят. Вот, там кольцевая, там что-то еще. В общем, всем спасибо за просмотр, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, скоро будут новые выходы, новые выпуски. Всем пока!